Вот там тюльпаны, они очень дорогие. Там, короче, какие-то вялые тюльпаны по 600 рублей даже. Поэтому вообще там, я не знаю, ну фигня реально была. Поэтому, слава богу, то, что мы там ничего не купили, и как бы там даже покупать нечего, потому что, ну, 600 рублей, это реально очень дорого за букетик каких-то вялых цветочков, я бы даже так сказала, вот. Ну, не знаю, это лично мое мнение, вот поэтому, не знаю. Ну, мы долго искали тюльпаны, но, опять же, купили маленькие, потому что нормальных тюльпанов, если честно, вообще нет, вот, поэтому так вот. Всем привет, меня зовут Кристи Карамелька. Господи, я вообще очень сильно сегодня устала, потому что мы сегодня на работе прямо, не знаю, какие-то силы появились резко, и мы начали все отмывать, и это было очень долго, мы сегодня очень сильно, как бы, дольше намного проработали. Вот, в общем, значит, я все-таки захотела растить свой собственный цветок. Да, я вчера купила семена, вот, и... Там, короче, я купила, вот там, короче, в пакете лежит у меня удобрение, господи, удобрение, короче, грунт для цветка моего. Ой, даже не знаю, получится или нет, потому что я, еще раз повторюсь, я не цветочница, я вообще не умею это все делать, и мне кажется, мне даже это чисто не получится, так что я вообще, честно, не знаю. Вот, там написано то, что нужно... выращивать его, короче, с апреля, и он идет, короче, под 90 сантиметров, прикиньте, это вообще такой большой куст, и я не знаю вообще, потому что его нужно пересаживать потом, короче, на даче куда-то, и я вообще не знаю, потому что для меня это, знаете, такой уход, который нужно не заканчивать, не останавливаться, а делать и помогать цветку дальше жить, так сказать, потому что, как бы, я, на самом деле, очень сильно переживаю за это, вот, и я не знаю. Я попробую, а что делать? Надо попробовать, потому что потом же в жизни это понадобится, ну, там, умение выращивать цветок, какие-то там рассады, я так думаю, поэтому учусь, на самом деле, еще не знаю, посмотрим, короче, через 3-6 дней должен вырастить росточек, ну, так-то там написано с апреля, нужно это все выращивать, но я не знаю, может быть, я начну именно с марта, какая разница, апрель или март, я так думаю. Сейчас 11 марта. Какая разница? До апреля все равно осталось все равно чуть-чуть, потому что я эти дни не считаю. И мне кажется, без разницы, да? Да, я сегодня такая прямо... Да, но не важно, ребята. Я все-таки после работы, я очень сильно устала. Вот, так что давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Там. Вот она, этот вот грунт. 10 баллов, он, короче, всего-то 60 рублей стоил, я других не нашла, я в цветочный магазин ездила в продуктовый магазин, вот так вот, вот, короче, вот, грунт универсальный, 10 баллов, вот, капец, я прямо запыхалась, так, где у нас, вот, Гавриш, такой цветочек, я на самом деле не знаю, вот здесь все сзади написано, так что будем думать. Я еще честно не знаю. Вот. Вот видите, до 90 сантиметров. Видишь, видите, точнее, 15 сантиметров в диаметре. С высокой устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Он, короче, цветет у нас с июня до заморозки. Подготовили мы такую штучку для цветка, да. Вот, и чтобы нам не запачкать, потому что я не нашла землю, точнее, грунт именно в 3 килограмма, да, потому что мы не поехали, короче, искать... И поэтому я, короче, купила продуктовым, в обычном, прямо 10 килограмм, хотя мне нужно всего лишь, ну, вообще, вот, совсем чуть-чуть, реально. Ну, в общем, сейчас мы начнем здесь все убирать. Бедный мой стол, но не важно. Все не важно. У меня нету нормальных пакетов, я просто сейчас возьму обычный пакет, его разорву в несколько частей, да, чтобы здесь просто укрыть. Вот, потому что я не знаю... Я на самом деле, для меня это сейчас первый, даже второй раз, но именно с землёй я сама не копалась, потому что, ну, когда я это все покупала, как бы у меня не было, знаете, такого типа... В общем, мне еще не давали землю,
мне не разрешали, не запрещали. Вот. Поэтому здесь уже я сама, потому что ну, кто мне уже будет помогать и кому это надо, если я хочу уже сама это все сделать, пробовать. Вот. В общем, ногу порвали. Я в шортах, ребят, так что у меня все нормально. Вот. Начинаем все застилать. У нас уже вот эта вот роза, уже все. Но мама сказала, типа, подержи ее еще, типа, я не знаю, в чем смысл, но типа, да, еще пожить, все такое. В общем, она у нас уже все, пока листики не упадут. Потом мне придется выкинуть. К сожалению, роза, кстати, была очень хорошая. Вот, но те тюльпаны у нас еще держатся, так как сорт такой интересный. Они очень сильно маленькие, и за счет этого они держатся дольше. Вот так что классно. Так, в общем, будем ложить в два ряда, потому что одного ряда реально мало. Потому что все-таки это же земля, мне не надо, чтобы она где-то здесь оставалась. Вот, так что будем рвать еще. Честно, я даже не знаю, как установить камеру, потому что здесь нет места, как бы ее где там как-то ее бы установить. В общем, значит, сделаем таким образом. Значит, земля у нас будет уже в пакете, чтобы она у нас не рассыпалась, потому что я рукожоп. Вот, ну, в общем... Сейчас все будет. Так, мы сейчас ее прижмем. Вот, я где-то здесь были ножницы. Я вообще, знаете, не подготовленная, все нормально. Так, все, сейчас все будет хорошо. Да. Ну что, для меня это первый раз, когда же я это все делаю сама. Так, ладно, значит, я надеюсь, что я сейчас буду делать все правильно, потому что... Ладно, все, проехали. Просто делаем. Так, чуть-чуть ее потрясем, чтобы она у нас была не до верха, а куда-нибудь там вниз чуть-чуть, так сказать, поползла. Вот. И все. Короче, сейчас начнем. Я это делаю. Я, наверное, потом над этим видео 100% буду смеяться. Ну ладно. Да. В общем, этого хватит. Я не буду прямо все разделять, потому что мне не нужно столько много земли. Я эту пипитьку туда всуну просто вот так вот. И все. Только я очень сильно боюсь, что там могут быть червячки, потому что когда бабушка делала, как я помню, вот это все, она сначала землю как бы растаскивала по червякам, по этим, поэтому так, что я вообще не помню. Я чуть-чуть, если честно, ссу. Но, ну, не важно, надо пробовать. Надо все пробовать. Да. В общем... Это ничего не было. В общем, вот это вот с прошлого цветка. С прошлого цветка. Вот, и... Да, она, конечно, уже слегка... Ну, да, короче, сунем водичку. Да, и на мне, короче, ничего не получилось, так что, слава богу, то, что эта штука осталась, но очень дорогая. Вот, потому что, знаете, для цветка вот такая хрень. Я не помню, сколько она стоила, 500 рублей или столько, потому что мы покупали цветок. Ну, я еще не читала про этот цветок вообще ничего. И я такая думаю, ну-ка я-ка его как куплю. А потом начала читать, а для него нужно то-то, 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 то-то. Мы и начали покупать вот это вот, именно такую нужно, с поливкой вот этой специальной вот здесь вот. Потом, оказывается, вот такого там цветка, за ним нужно так ухаживать, то, что у него бывают там грибку всякие разные эти, ну, цветочные эти заболевания, все остальное. И я такая думаю, ну нафиг, уж... Уж-то я не смогу, это точно. И мы, короче, все забросили, купили обычный цветок, он у меня не вырос, естественно. Я такая, ну, это не мое. А сейчас, смотрите, я решила еще раз это сделать.
Ладно, ребят, всем привет, меня зовут Кристи Карамелька. В общем, значит, сейчас у нас идет ливень. Да, мы успели несколько заснять кадров. И вообще, к чему сейчас это говорю, потому что вчера у меня проснулось вдохновение, и мы с мамой записали песню. То есть я сделала как бы начало, и мама решила мне помочь. И я бы назвала это совместной песню, потому что у меня не, ну, были, конечно, чуть-чуть совсем маленькие ошибочки. Вот. И мы, короче, так обдумали, решили поменять. Ну, в общем, мама говорит, что это моя песня, но я думаю, что совместная песня, потому что она тоже как бы имела в этой песне роль, она тоже сочиняла как бы там, я имею в виду, помогала. Вот, в общем, это совместная песня. И в общем, значит, я сегодня буду снимать видео и как раз делать этот, сейчас вам скажу, короче, делать как раз набросок к моим видео. То есть это придется мне, наверное, редактировать, короче, ну, наверное, точнее, естественно, редактировать и все остальное. Вот, в общем, да, я сделала сегодня кудряшки, вот эти вот опять косичечные. Я не хотела их делать, правда, но так как, типа, мы снимаем клип, то нужно было хотя бы хоть что-то. Но я бы не сказала, что это такая, знаете, песня, прям песня. Естественно, композиция не моя, аранжировка, это все не мое, естественно, только текст. Но просто, понимаете, под эту музыку у каждого просыпаются свои мысли. И вот, мне кажется, даже вот если вы услышите мелодию, да, естественно, в этой песне, то вы сразу же напишите что-нибудь свое, потому что у кого-нибудь должны проснуться мысли под эту песню, потому что она специально для сочинения музыки. Я просто искала какие-нибудь мелодии для стихотворств своих, вот, и, короче, для своих стихотворений, можно так сказать, вот, и наткнулась вот на эту песню. Естественно, это что-то мне напоминает, это не моя там какая-то, знаете, не мой звук, не мой темп, это просто, реально под эту музыку просыпаются какие-то странные мысли, ты хочешь что-то написать. И я, на самом деле, когда уже послушала первый раз, у меня сразу проснулись мысли, но я не стала ее как бы скачивать, такая подумала, типа, да ну, хрень какая-то получится. Нет, ребят, так что нужно все пробовать, все пытаться, я все равно понимаю, что это все не зря. И это, наверное, к лучшему, то, что я нашла эту музыку, то, что написала, вот. И, блин, я даже в шоке чуть-чуть, на самом деле, нахожусь, потому что... Мне кажется, у каждого должны проснуться какие-то мысли под эту песню, так у меня, не знаю, не проснулись. Вот, я думаю, что я не одна такая, должны как-то у других тоже каких-нибудь людей, таких странных, сумасшедших, которые все-таки рискнули это сделать, как я, блин, потому что, честно, я в шоке, я не знаю, как у меня так получилось вообще, и у мамы как бы, вообще у нас мама как так получилось, я не знаю, да, вот, в общем... Капец, я была без шапки, мы, слава богу, успели, потому что сейчас, видите, ливень, вот, я не знаю, блин, на самом деле, мне дул ветер, вот, но у меня так, блин, опять горло болит, потому что я, короче, наелась мороженого, поэтому мне придется, короче, опять лечить горло, да, вот, вот такие, в общем, у нас дела, да, я, как бы, выложила стих, стихотворения свои и все такое на сайте, короче, ну, естественно, могут найтись люди, которые не нравятся мои стихи, они вообще не считают это стихотворениями. В общем, значит, мне написали, типа, я написала, короче, стихотворение про 21 век, как я считаю нужно, для меня это чисто правда, которая сейчас вокруг меня окружается, и я часто захожу в интернет, в лайки, и вижу то, что подростки сейчас беременеют, и все как-то, и я решила просто написать, это чисто какие-то мысли проснулись, я не виновата в этом, то, что внутри меня проснулись такие мысли, я решила написать такое стихотворение. Я в этом не виновата, еще раз повторяюсь, как бы это так резко проснулось вдохновение, я решила записать и попробовать выложить. Если кому-то что-то не понравилось, и это, в принципе, нормально, я принимаю любые комментарии. Прямо в тему вообще, в общем, солнце. Ой, да, у нас, короче, солнышко, плюс 5, и вот. Да, в общем, я... сочинила песню, как бы я еще раз повторюсь, что эту песню сочиняла я с мамой, но мама говорит то, что типа я не сочиняла, я просто корректировала тебя. Я как бы такая, ну да, в принципе, может и так сказать, но все равно она мне тоже помогала и тоже как бы, вот, такие дела. В общем, у меня мама сейчас пошла гулять, заставляла меня гулять, я чисто не могу, я весь свой кислород потратила на
исполнение этой песни, вы бы знали, сколько я пыталась, потому что, оказывается, в моем приложении нельзя сразу же наложить песню, сразу же как петь, да, то есть ты сначала накладываешь песню, потом это видео скачиваешь, затем ты это видео вставляешь, и только лишь без музыки, без всего ты поешь, но пытаешься попасть в ноты. Это очень сложно, поэтому мне пришлось было на мамином телефоне в наушниках слушать песню, и, ну, понимаете, что я попадаю в ноты, а не просто так. И поэтому это очень сильно сложно. Я пыталась, мне как бы более-менее получалось, но именно я имею в виду про ноты. Но сам как бы голос мне не очень понравился, потому что, ну, знаете, как бы он всегда разный, и эмоции реально меняются. И я такая, блин, типа, нет. У меня пришла идея, так как у меня есть микрофон, и с микрофоном есть все-таки эффект, так сказать... интересный, как он там, не знаю, как он называется, вот, и, значит, начала, короче, петь прямо вот вживую, с этой музыкой, через Bluetooth, короче, вот, и все. Да, у меня сейчас адски болят, меня будто сжало голову, хотя давление нормально, у меня, короче, сжало голову, виски, просто я сейчас нахожусь в таком состоянии, то что мне вроде и лежать не хочется, мне просто хочется куда-нибудь убежать, и все, потому что реально, это просто капец. В общем, я очень сильно обрадовалась, то, что у нас наконец-то солнце, потому что сейчас цветку реально очень важно солнце, вот, и вроде там написано то, что оно не требует такого поливания, как, типа, требуют остальные цветы, ну, в общем, честно, я сама еще не знаю, я надеюсь, у меня здесь 5 нет, потому что я сейчас опять практически хожу во всем рваном, вот, в общем, там у меня сейчас лежит цветок, я не знаю, наверное, надо было реально с апреля его растить, опять же, я, блин, тупанула, потому что, ну, я такая думаю, типа, какая разница, апрель или март, оказывается, в марте, типа, под конец марта, говорят, будут, типа, холода опять, я такая думаю, да откуда вы знаете, блин, вы так сразу погоду на месяц прямо верите в это все, погода меняется каждый день, каждую секунду, и то, что, типа, ой, там дождь, значит, целую неделю будут дожди. Если солнце, значит, целую неделю будет солнце. А если, допустим, вдруг на следующий день вдруг меняется погода и будет дождь, значит, другую всю неделю будет дождь. Это как бы глупо вообще этому верить, на самом деле. Вот, в общем, прибрала я столик, да. Я вообще обожаю этот стол, он реально для меня сейчас очень сильно многое значит, потому что на этом столе у меня просыпаются мысли, какое-то вдохновение, но скажу вам больше, то, что у меня просыпается вдохновение в ванной. То есть я могу сидеть над этой вот деревянной хреней этой и просто как-то грею ноги, я не знаю, и как-то фигакс, у меня как-то просыпаются мысли, я сразу иду с листком и с ручкой, знаю о том, что мне 100% что-нибудь как бы проснется какая-то мысль, потому что я не знаю, я не могу, знаете, когда, допустим, мама слушает какую-то песню на телефоне, и в этот момент я что-то записываю, у меня сразу сбивается мысль. Но когда я сижу и льет просто жесткая горячая вода там, да, или, ну, неважно, да, просто льет вода, и это реально как-то уже по мозгам прямо давит, но мне реально как-то эта вода расслабляет, и мне так легче становится писать, поэтому я даже если, допустим, у меня просыпаются какие-то мысли, но они не могут именно выразиться прямо напрямую линию, так сказать, потому что все-таки мне может помешать родители или все такое. Я резко просто иду, просто сажусь на эту деревянную штучку, включаю воду, у меня сразу же идут мысли. И вы не представляете, это реально какое-то такое, знаете, чудеса, потому что я не знаю, почему у меня мысли просыпаются именно под воду. Такое, знаете, странное у меня понятие, я не знаю, но реально у меня раскрывается душа, когда идет горячая вода. Нет, когда идет просто чистая вода, да, все, как бы, я не знаю. И даже когда я крашусь, допустим, я крашусь обязательно в ванне, хотя мама говорит, у тебя есть стол, у тебя есть зеркало, ты можешь краситься как бы там, потому что реально очень много времени занимаю ванной, я имею в виду перед зеркалом, потому что я делаю какие-то маски, какое-то это, и как бы родители постоянно мне как бы говорят, что типа ты можешь как бы это делать все на столе и все остальное, но я не могу. Мне почему-то сразу когда просто включается вода, я как бы наедине со своими мыслями, мне сразу как-то и макияж становится лучше, и как-то у меня все идет, а когда резко меня отвлекают, типа, Кристина, иди там, ну, сюда, там, да, допустим, или какое-то там другое место, все, у меня просто мысли отключаются, я не понимаю, почему такое вот как бы происходит, так что вода для меня очень много значит, все-таки я же по гороскопу рыба, вот, ну ладно, не будем об этом.
Да, значит, так как все-таки я, ну, как бы, мы с мамой написали песню, я все равно буду говорить, что мы написали с мамой эту песню, потому что мама мне помогала, и как бы, естественно, эта корректировка мне тоже помогла. Я не могу никак дописать свой рассказ, до сих пор не могу его написать, и на самом деле его никто не лайкает вообще, в стихах.ру, вроде так называется, это я даже сайт-то не знаю, как называется, я просто так, знаете, типа, по хренам, ну, в общем, на этом сайте мало кто лайкает какие-то рассказы, это очень редкие люди, там всего-то один человек у меня лайкает иногда рассказы, потому что, ну, всем лень читать рассказы. Все-таки у меня, знаете, не какая-то там такой флирт и все остальное, потому что всем нравится читать какие-то ужастики и все остальное, там 18+, да, не будем об этом. Вот, я такое не пишу, у меня, можно сказать, такие детские рассказы, но их мало кто читает, и даже если читают, их не лайкают, и лайкают только вообще люди там, ну, вообще всего лишь там один лайк у меня там за те рассказы, которые у меня были аж под конец 2019 года. Так что это реально очень мало люди читают, лайкают, но я не знаю, я, наверное, допишу. И мама предложила мне такую идею, типа, ты можешь взять эти свои стихи, рассказы и как бы написать, и как бы их рассказать с разными голосами. Я скачивала приложение с голосами, мне не очень сильно нравится сама функция приложений, потому что эффекты меняются, не бы сказала, не в хорошую сторону, потому что ты, допустим, что-нибудь сказал, и там, типа, можно, допустим, в демона голос превратить. Ну, понятно, да, такие вот звуковые эффекты. На самом деле для меня это ничего не значит, потому что вот что я сказала, и это просто как-то чуть-чуть переменили, как бы в эффект, так сказать, вниз или вверх, все как бы. И мне хочется, чтобы было как-то реалистично, но я не нахожу эффекты, чтобы было, допустим, мужской голос. Или это я все нахожу какие-то там из мультфильмов, там, из каких-то там страшилок, всякие там демоны, там, и все остальное. Как бы я не нахожу такие вот, чтобы были. Не то, что как бы, да, это у меня прям как фантастика, реально там голоса просто фантастические, они подходят для каких-то таких вот сложных таких рассказов, прямо вот таких вот вот таких прямо вот, я не знаю, жутких рассказов, жутких. У меня нет, у меня простые обычные рассказы, мне нужно, чтобы голос преображался как в обычный голос, но чтобы он был как бы различный, то есть там мужской голос, женский голос, там, ну, с частичкой, можно сказать, каких-то таких вот персонажей, которые, допустим, не существуют в реале. Вот, все, как бы, мне реально больше ничего не надо. Так что, ребят, мы пытаемся, мы смотрим, мы будем смотреть, что будет дальше, на самом деле. Вот, с мамой я, конечно же, не пошла гулять. Мама говорит, типа, я могла бы тебя заснять, там, чтобы ты под свои, там, стихотворения. Я отказалась, потому что я сижу, и я прямо чувствую, как у меня вот сковывается, в общем, голова, виски, и просто я сейчас нахожусь, просто, если честно, вот даже ругаться не буду, в общем, мне сейчас хреново, давайте так скажем, да, мне сейчас хреново, реально, потому что все-таки у меня же еще эти дни, и как бы, ну, вот так вот, как бы. Вот. Ой, да, ребят, тут говорить можно и говорить, а вот с работы, ребят, полнейший капец, мы, конечно, работаем, но, короче, ко мне подошел командир, я даже, если честно, не поняла то, что это командир, я была в неком таком, знаете, шоковом состоянии, когда ты работаешь, ты просто занят работой, и к тебе резко подходит человек и спрашивает, а вы официально здесь работаете или нет? И ты такая просто, что, извините? Я реально, я не поняла с первого раза, что он сказал, я просто такая, не знаю. Но я всегда туплю, когда я чем-то занят, это как бы нормально. Вот, и он такой еще раз такой спрашивает, переспрашивает. Он, короче, посмотрел на меня несколько минут таким вот, знаете, взглядом. Точнее, несколько секунд таким взглядом я прямо сейчас стояла и думала, я вообще что сказала? Реально, я прям такой, знаете, страх такой. Он такой резко, вы официально работаете или нет? Я такая, а, нет, не официально, я маме помогаю. Ну, понятно, короче. Вот. Так что такие, ребят, дела. И что будет с работы, я не знаю. Все в каком-то стрессовом ситуации. Именно мама, там, ее подруга. И, в принципе, я в таком слегка стрессовой ситуации, потому что на самом деле, когда ты вроде как стараешься, что-то делаешь, практически в любом состоянии, потому что я сразу скажу, что я не могу прямо вот держать на себе груз физических нагрузок. Да, как я странно сказала. Вот. И поэтому, как бы, для
для меня это очень сложно выходит, и не всегда каждый день я прямо вот так вот стою, знаете, ой, жизнь прекрасна, ой, я радуюсь там, ой, у меня такое хорошее настроение. Нет. Вот чисто нет, ребят. Утром я встаю с обычным таким безразличием, иду на работу, потому что я знаю, что мне нужно отработать, помочь маме, я помогаю, ухожу обратно. И, конечно же, я просто стояла в таком, знаете, в шоковом состоянии, я думала, сейчас это конец будет, потому что я знаю, как мама принимает всякие такие вот ответы и вопросы, и как бы это все очень эмоционально выходит. И, конечно, когда резко вот так вот, там, допустим, говорят что-то, я просто стояла и подслушивала реально. Я мыла лестницу, я стояла, подслушивала, что и как было. Ну, вроде как, ну, мама говорит, типа, я вообще первый раз это слышу, мне, правда, ничего не говорю, такая, все, слава богу, значит, все, в принципе, нормально и все остальное. Вот, ну, в общем, нас специально, в общем, заваливают работы. В принципе, я про себя ничего не могу сказать, потому что я там чисто никто, никем там не являюсь, потому что я просто так, знаете, там по хренам, так сказать. Мама является, естественно, потому что они проработали с подругой очень долгое время, и у них были много разных стрессовых ситуаций, вот, но эта ситуация похуже, как мама говорит, намного хуже, потому что, можно сказать, такой, ну, как командир уже против их. Хотя он был, в принципе, за. Вот так вот, в общем. Можно даже так сказать. И, в общем, вроде как на нас хотят навалить больше работы. Если это будет происходить, то, как бы, тут приходится только лишь уходить. Я ложусь в 9, меня уже вырубает. Я ни хрена практически не высыпаюсь. Иду кое-как на работу, потому что понимаю, что это должность. Да, это должность, блин. Это просто мне надо, потому что я не могу не помочь маме, естественно. Все, мы сходили, все. И опять же, я послала всех нахрен, естественно, не мыла. Мыла по хренам, потому что я сказала моей маме, зачем мы стараемся, для чего мы вообще стараемся, если на нас просто ложили. Вот я как бы, ну все как бы, на нас просто ложили, на нас всем похрен там. Вот. Ну, как бы, окей, как бы мы мыли просто так. Тут я такая думаю, ну вроде как все идет, все нормально. Я решила дальше мыть, как я мою, аккуратненько все вычищаю, очень долго, все эти полосы, все. И тут опять, блин, стычки. Ну, короче, все. Ребят, ну реально, сколько это может терпеть? Я не понимаю, мама это терпела на долгое время, потому что у них все это проходило легко, как бы я имею в виду там, да, у них там были стрессовые ситуации, раз-два прошло, они дальше работают. Здесь уже похуже ситуация, и так что мы можем остаться без работы, и как бы мне уже сейчас наплевать, я на самом деле, ну, это долго принимала, потому что я понимала то, что я с любым состоянием, с любым давлением шла туда, как бы работала, помогала, тут резко вот так вот, типа, ну, мы можем легко от вас отказаться, там, других можем там, и как бы это нормально, да, потому что, как они сказали, ну, точнее, они там уже давно не нужны никому, и понимаете, как это принимать?